Ух, ну у вас и ушатывает на тренировках. Ир, какой раз здесь вы? Здесь уже четвертый. Четвертый раз? Два раза в год стараюсь приезжать. Два раза в год? На какой срок вы приезжаете? Ну, неделя, месяц, в зависимости от отпуска. В этот нормально. Раз месяц мне повезло. Переклады, неделя, месяц. А вы из Владивостока, правильно? Владивостока, да. А кем вы работаете во Владивостоке? Я работаю воспитателем в детском саду. Насторожились? Еще раз спрашиваю для невнимательных. Кем вы работаете во Владивостоке? Воспитатель в детском саду. Я бы задумался, отдавать ребенка в детский сад, не отдавать. Так под защитой все. Леша, а почему ты Phuket Top Team выбрал? Здесь мне очень понравилось. Мы приезжали в сентябре сюда с другом. С другом Алексеем. Он уже все клубы Таиланда объехал. Вака был, в Тайгере был. Ну, в общем, прилично потренировался уже здесь в Таиланде. Мне понравился, во-первых, тут коллектив. Все работают, все направлено на результат. Много профессионалов, и тайцев, и звезд, которые приезжают со всего мира, и UFC, и бойцы. Я смотрю, тайцы здесь, им ничего не стоит как бы вставать, они в пары встают. В других кемпах я это мало видел. Да, в да, основном они... ставят вот посетителей, как бы, а сами не участвуют. А здесь прям зарубаются и идут. Помогают, готовятся, да, и профессиональным бойцам они, особенно с ними. Даже те, кто начинающего уровня, они помогают где-то в играющей манере с ними, ну, именно интерес развивают тайского бокса. Ну, я смотрю, много тренеров относительно занимающихся. Сколько сегодня было? Человек 20 у нас, да? Занимающихся? Занимающихся, ну, где-то, да, чуть больше. И тренеров 14, я насчитал. И тренеров, да, почти на каждого. Почти на каждого по тренеру? Да, да. То есть они постоянно, даже братцы. Когда идет работа на мешке, то, что считается работа на тяжелом мешке, это самостоятельная работа. Mm-hmm. Над головой стоит тренер и правит работу на тяжелом мешке. Я, честно говоря, ни в одном кемпе этого не видел. Даже в моем любимом Симби этим не балуются. То есть тебя поставили, и ты сам работаешь. А тут прямо над головой стоит. Да, все помогают, подсказывают, где-то сразу исправляют. Где-то шутка есть тренера, которые именно даже подбирают по характеру тебе тренера. Именно где-то видят, что ты скованный, грустный. Они тебе подберут веселого. У меня вот такой вопрос, который меня всегда мучает. Что у вас там в Прокопьевске? Радиация какая-то? Лёва из Прокопьевска. Вот я как не спрашиваю, как вижу звезду Майтай, так у нас Прокопьевск. Вот что там, излучение какое-то там. Да? Что происходит? Расскажи. Не почему? Знаю, все парни, как? Парни простые. Чем проще человек, я считаю, тем как бы больше он достигнет. Тем более, ну, у нас полсборной из Прокопьевска, реально, полсборной России по Муай-Тай. У меня все друзья, все из Прокопьевска. Друзья, не знаю, вот надо собраться и поехать. Думаю, что там не хуже, чем в Таиланде. Главное, чтобы меня тупили на улице. Спасибо тебе, удачи, хороших боев. Прокопьевску привет. Наши парни везде. Парни с Урала не пропадут. Женя, занимаешься спортивным туризмом профессионально уже лет 5-6, насколько я знаю здесь. Давай про Phuket Top Team. Начнем с этого кемпа. Мы сегодня его снимаем. Чем он тебе нравится? Что в нем хорошего? Phuket Top Team я рекомендую больше всего для профессиональных спортсменов и для тех ребят, которые хотят погрузиться в мир единоборств. А давай мы перечислим тренировки, какие там происходят. Есть ММА, есть бразильское джиу-джитсу, причем ведет один из топовых тренеров вообще мира. Профессор Алава, четвертый дан по бразильскому джиу-джитсу. Есть вольная борьба, чего тоже здесь нигде не встретишь. Есть ММА, есть тайский бокс, есть классический бокс, есть кикбоксинг, что тоже нигде здесь не встречается. Наработка идет в парах. То есть спарринги, конечно, есть везде. Работа на лапах есть в каждом зале. Но отработка техники в парах, этого практически нет нигде. Поэтому этим я могу выделить Phuket Top Team. Все тренера выступают по сей день в серьезных турнирах. И в NFC, и Kunlun Fight, и Thai Fight.
Поэтому, в общем-то, уровень профессионалов очень высокий. Я бы хотел отметить, что Пхукет Туккиме очень хороший зал борьбы, кондиционируемый. Это очень важно в Таиланде, потому как если зал борьбы находится на открытом помещении, здесь бактерия развивается очень быстро. Поэтому зачастую в таких залах люди получают необратимые травмы. То есть если ММА, борьба, то только в закрытых залах работает? Обязательно. Вот я ничего, никогда не занимался, я приезжаю, какой зал ты рекомендуешь? Есть залы, например, Синби, да, он прекрасно подходит для таких людей, потому что находится рядом с прекрасным пляжем Найхарн. Да. А там инфраструктура замечательная, можно недорого кушать, можно прекрасно заниматься спортом. Вы можете взять одну тренировку в день, например, да, там абонемент на одну тренировку в день, потому что в некоторых залах, как, например, Пхукет Туккиме, здесь вы покупаете и, пожалуйста, ходите хоть 6-7 раз в день тренироваться. Но не каждый это вывезет. Какие еще кемпы, вот что бы ты мог рекомендовать здесь? Мне нравится Синби, мне нравится AK Таиланд. И Пхукет Туккиме. Еще один небольшой кемп, называется King Kai. Очень подходит для новичков. Женщины приехали тренироваться, 50 и 55 лет. Моих программ, небось, насмотрелись? Ну, обязательно. Мы рекомендуем тот или иной кемп. Выбираем проживание согласно вообще вкусам и пожеланиям. То есть бывает, нам приезжают семьями большими, да, там, или компаниями по 5 человек. Очень часто приезжают по одному человеку, поэтому тоже не стоит бояться ехать одному. Всегда есть единомышленники, всегда есть люди, с которыми вы познакомитесь, прекрасно будете ездить на пляж, проводить совместное время. Наверняка наши зрители думают, кто же этот молчаливый дяденька, сидящий за спиной у Жени со взглядом таким тяжелым. Это его отец. Серег, сколько ты килограммов сбросил? 26. 26 килограммов, брат. Я скажу парням нашего возраста, тем, кому под 50 и за 50, есть реально очень хорошие тренера. Вам не надо там убиваться на боксе, не надо там лезть в какие-то спарринги. Всегда подберут здесь правильную диетку, правильно хороший тренеров, хороший вид из кемпа. Красивые девушки ходят в кемпы тоже. Ходят? Да, совершенно верно. О, Серега заулыбался, смотри. Это основная мотивация поди была. Бывает и такое. Да. Я бы хотел отметить, что на Пхукете есть и можно заниматься не только боевыми там видами единоборств, но есть и кроссфит, есть и фитнес, есть и йога. То есть да все есть. Ехать, да, и заниматься своим здоровьем. Это очень важно. Спасибо. Приезжайте на Пхукет, заходите в Пхукет Туккиме, в другие кемпы и будьте здоровы!